Все, наконец-то мы закончили все посадочные работы. Посадили виноград. В этом году мы посадили 15 сортов. Вот молодой виноградик. Высаживали его черенками. Сначала в контейнеры. Где-то в районе апреля они у нас сидели в теплице, и вот теперь высадили их. Высаживать нужно всегда, когда заморозки уже миновала угроза возвратных заморозков. Тогда, конечно, виноград уже будет сильный и, скорее всего, успеет вызреть лоза на следующий год, так как первый год это самый сложный для него. Вот это наш виноград. Вот остатки от контейнеров. Вот такие были пластиковые контейнеры, в которые был посажен виноград. Яму подготавливали. Ну, нужно, по идее, метр на метр, то есть куб земли вырывать. Но у нас земля более-менее неплохая, поэтому 80 на 80 я копал. Вот. Укладывал дренаж. Перегноя у нас, к сожалению, не было. Уже давно весь развозили. Вот. Пришлось укладывать навоз тонким слоем, зола, жженые кости, так как обычных не было костей. Вот. Ну и посадку делал, просто перевалкой вытаскивал пакет, так чтобы не повредить корни. Корни уже были большие. Вот. Наш нынешний посадки виноград. Так, что касается винограда, который был посажен в том году. Результат был, в принципе, неплохой. Из 7 сортов вот у нас не перезимовал только Алешенькин. Ну, еще пока убирать его я не собираюсь. Вот, убирать не собираюсь. Поживем, увидим, может быть, какая-нибудь одна почка у него проклюнется, что, в принципе, нам будет достаточно. Ну и, естественно, значит, сорт будет перезимован. Посадила 7 сортов. Вот Алешенькин только пока не дал ростков. И еще находка Азус. Он предпоследний. Тут все остальные сорта пошли в рост, чему я очень... Вот. Вон видно уже молодые побеги. Все, как хорошо сделана шпалера. И, соответственно, будем все подтягивать шпалере и ждать хорошего вызревания лозы для будущего года. Вот зеленые побеги отличного качество, хотя нынче весна, конечно, поздняя. Но главное, что виноград перезимовал, надеюсь, в этом году усилится и хорошо подготовится к зимовке. А на будущий год уже будем смотреть. Возможно, даже сигнальные гроздочки попробуем. Вот так перезимовал нынче виноград прошлогодней посадки. Пошел просто в рост, конечно, вот сейчас вот, вот видно совсем еще маленькие местами побеги, но главное, что пошел в рост, главное, что перезимовал. А в этом году, ну, конечно, мы создадим для него все условия. Вот у нас наш первый виноград. В том году мы сняли уже первый тазик винограда, в этом году подвязали его по всем правилам. Разместили на шпалере. Уже верхние были по три грозди, по три соцветия. Верхние я везде убрал. Посмотрим, как он будет тянуть нагрузку.
пока на 2 грозди, если в этом году. И какие грозди по объему будут, ягоды. Если он будет тянуть хорошо нагрузку, на будущий год можно будет даже оставить, если грозди будут небольшие, и по 3 их. Вот пока без, чтобы не рисковать, пока оставил по 2 грозди. Уже трехлетняя формировка. Надеюсь, что нынче, конечно, все с опозданием, но попробуем опять виноград уже более-менее взрослого куста. И он даст урожайности, соответственно. Вот, вот тоже у нас находка азоса, практически, не знаю, ни одного росточка, но пока не будем ее удалять. Посмотрим, возможно, вот второй куст, который не перезимал, 7 кустов. В принципе, неплохой результат. Кадряночка вот тоже пошла. Поздно, долго сидела, думал, что совершенно умрет, но вот уже кое-где появляются, уже росточки, что хорошо. Ну вот такой результат. Ну все. До следующего видеозаписи.